Добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Смотрите, я случайно увидела на Яндекс.Дзен вот это место. Мне Аня, канал «Самозанятая мама», прислала ссылочку. Друзья мои, это просто потрясающе. Это просто потрясающе. Я записываю это начало уже после того, как я побывала внутри. Фантастика. Давайте пойдем, я вам все покажу. Конечно, все показать у меня не получится. Огромный зал, огромная ярмарка, магазин, музей. Назовите как угодно, но это потрясающе. Просто. Кто любит такие вещи, приходите. Здесь на метро Электрозаводская. Вы знаете, когда мне прислали эту ссылку на вот это место, статья была на Яндекс.Дзене, по-моему, или где-то еще, я сразу поняла, что мне надо сюда приехать. Я очень люблю все, что связано с СССР, ну, собственно, как, наверное, многие из нас. И я вот буквально на следующий день я оказалась недалеко от этого, от этой части Москвы. И, конечно же, я сразу поехала сюда. Ну, там были фотографии выставлены в этой статье. Ну, конечно, фотографии там выборочные. Понятно, что здесь всего показать невозможно. Но уже начиная даже вот с этой лестницы, уже хочется туда войти. Уже понятно, что здесь будет. Кстати, пластинки все настоящие. Я вот так вот их тщательно долго рассматривала. И уже начиная с этого момента во мне пробудились мои детские воспоминания. Да, вот такие пластинки. Еще были голубенькие. Вот тут красненькая такая вот виниловая. Ну, пойдемте. Очень большой, большой выбор, большой зал. И, конечно, я не смогу показать вам все. Я буквально по верхам, что называется, прошлась. А здесь вот отдел, посвященный Олимпиаде. Есть отделы, вот, которые там вот сейчас дальше вы видите под витриной. Это такие музейные как бы экспонаты, они не продаются. А то, что вот так вот лежат на прилавках, есть прямо отдельные комнатки, есть отдельные прилавки, 100 рублей, там 200 рублей, 300, 400 и так далее, и так далее. И то, что стоит на полочках, тоже везде указана цена, ну там и 1000, и 2000, ну то есть в зависимости от, наверное, от ценности того или иного экспоната. Но вот здесь в центре зала такая, как бы, ну что ли, музейная экспозиция, там мебель, манекены такие интересные, туда смотрят до конца. И здесь есть такая, как кухня советских времен устроена, там бутылочка вина на столе, фужеры, там бокалы, скатерть, все выдержано, свет, лампы, люстры, все выдержано примерно, ну, примерно, конечно, в те годы. Здесь разные вещи, есть и 70-е, и 60-е, и более старые, и 50-е, есть вообще старинные. Но вот если вы видите олимпийские, но в целом здесь люди гуляют, смотрят. Я так понимаю, здесь уже есть постоянные покупатели или приходители, так скажем, которые сюда приходят просто посмотреть или что-то выбрать, или что-то, может быть, даже принести, продать. Вот, и, ну, в общем, смотрите, у кого хватит терпения досмотреть до конца, смотрите, у кого не хватит, перематывайте, ну, кому это интересно, конечно. Мне было очень-очень интересно, я здесь находила множество вещей, которые были у нас в семье, которые были у нас в доме, и, конечно же, для меня это ностальгически. Я только не понимаю, ну куда все эти вещи потом деваются? Вот мы так как каждый день ими пользуемся, вроде как, вот монетница там, да, была, у меня была такая монетница, точно такая синенькая, а потом раз, куда-то делась, понимаете? Вот они исчезают, а вот люди какие-то сохранили, случайно, может быть, или не случайно, но вот люди сохранили, и теперь мы можем это видеть, кому хочется, может купить, у кого такая
огромная ностальгия по прошлому. Вот это вот все, конечно, музейные такие, они не продаются, я уже сказала, вот за этими стеклами, за этими витринами. А дальше там увидите, я долго думала, как снимать, что снимать, а потом просто вот снимала и снимала. И, ну, не знаю, мне здесь очень понравилось. Я когда здесь ходила, я поняла, что я сюда, конечно же, приду опять, если получится, вот, с удовольствием, просто более спокойно, уже не снимая. Просто у меня не было много времени, мне надо было ехать дальше по делам, и это как бы был такой у меня промежуточный этап в этот день, и я просто не могла долго и тщательно здесь снимать, все показывать, и сама рассматривать долго не могла, к сожалению. Ну, вот так бывает, что мы вот бежим, дела, вот, а вот иногда хочется остановиться, вспомнить, подумать. Действительно вспомнить, наверное, да, вот. Что-то у нас есть и сейчас тоже вот в семье. Что-то осталось, конечно. Тут вот сервизик я один нашла. Но много чего нашла, рюмочки. В общем, тогда у людей не было такого огромного разнообразия, как сейчас, выбора, и, конечно, во многих семьях были похожие предметы, похожая посуда, вот, похожие предметы интерьера. Но это тоже, наверное, такое, как одна из отличительных черт того времени, она тоже такая милая. Ну, в общем, давайте посмотрим, давайте походим, давайте погуляем.
Thank you.
Кусочек своей души и своего сердца. Мне хотелось купить столько вещей, которые напоминают мне о Советском Союзе, о моем детстве, о молодости. Просто потрясающе. И главное, здесь это все доступно. Это не реклама, нет. Просто я не знала об этом месте раньше. А сейчас я просто рада, что я о нем узнала. Я думаю, я сюда еще вернусь. Ну, а вам я желаю всего самого доброго, конечно же, здоровья. До свидания, до встречи, всем пока-пока. Адрес этого чудесного места – Большая Семеновская, дом 10, строение 13, если видно этот дом. Совсем в двух шагах от метро Электрозаводская. Вы себе не представляете, сколько здесь вещей, которые напоминают нам о детстве. Ну, мне, по крайней мере, я увидела здесь набор, мне даже показалось, что это наш набор, потому что у нас тоже было 5 чашек. Он был привезен еще в Словакии. Я сейчас приду домой. Здесь увидела набор, который есть у нас в семье. Он у моей тети, она привозила такой еще из Чехословакии. Я не знаю, как он может оказаться здесь. Сейчас я приду, сейчас к ней проверю. Может, это вообще наш набор. Здесь есть и по 100 рублей, и по 200 рублей вещи. Мне захотелось купить подстаканник. Я давно об этом мечтаю. Вот знаете, например, советский подстаканник. Но я не нашла то, что я хотела. Есть вещи подороже. Есть такие милые вещицы, которые действительно напоминают нам о детстве, которые были практически в каждой советской семье. В общем, приходите. Здесь классно.